Один из последних наших завершающих концертов, сегодня 30 мая, да, напоминаю тому, кто не знает, но вот некоторые даже из нас не знают, что сегодня 30 мая, поэтому вот как-то быстро пролетел вообще концертный год, скоро открываем уже летний сезон, завтра выступаем, кстати, в саду имени Баумана на фестивале в 19:30, приходите, вход свободный, open air, это всегда весело и можно будет танцевать, а не только сидеть. Ну а сегодня желаем вам хорошего вечера. И приятного музыкального сопровождения. Work to make it.
посвящается тому, что, друзья, скоро лето. Не забывайте о том, что летом, помимо работы, нужно отдыхать и не иметь никакого стресса. Это вам завет от джаз-дэнс-оркестра на предстоящие 3 месяца.
Pretty
I'm not afraid to die.
Мы предлагаем вам сейчас перенестись из 21 века немножечко назад. Назад, во времена группы Modern Talking. В самом расцвете. To know you so.
Спасибо. Следующую песню мы посвящаем поклонникам группы Моби. Есть такие в зале? Кроме нас, вас сами, конечно, да? Мы их тоже очень любим. Поэтому взялись за одну их композицию. И, ну, сейчас вы услышите, что получилось. Называется «Пункт назначения».
Очень здорово, что ваш пункт назначения сегодня совпал с нашим, правда?
кто не знал, у нас в репертуаре есть еще русские народные песни. Мы очень гордимся тем, что мы работаем над ними. Мы уже выпустили один альбом, который состоит из русских народных песен джазовой обработки. И сейчас, ну вот скоро, с недели на неделю, будет уже до конца сведен наш второй альбом, который мы взяли, при котором мы взяли еще больше русских народных песен, также переделали их в джаз. И получилось очень здорово, я надеюсь, что скоро будет презентация, на которую мы вас всех приглашаем заочно, потому что даты пока еще нет, но я думаю, что это будет интересно. Мы вам подарим сегодня еще несколько композиций, но сейчас объявляется медленный танец. Нет, не медленный, через одну песню. Полумедленный, полубыстрый. Оптимизм сказал бы, полубыстрый. Thank you.
Спасибо. Все, друзья, а теперь медленная композиция. Thank you.
песня про улыбку. Но это не та песня, о которой вы могли подумать. Это улыбки станет совсем светлее. Нет. Ну, к ней мы тоже скоро доберемся. Я думаю, что после русских народных песен мы возьмемся за песни из кинофильмов и мультфильмов, которые сделаны в джаз. Я думаю, это будет интересно. I'm not the only one.
Спасибо. Желаем вам всегда-всегда улыбаться, друзья. Это так приятно. Продолжая тему оптимистичных песен, сейчас будет песня счастливого человека. Очень счастливого.
Thank you.
Ну что, еще не устали, что ли? Ну, это очень хорошо. Мы тоже. Ну ладно, еще одну. Роман Шрепин, Алексей Сикацкий, вернись к нам.
Григорий Печенецкий. Динара Нурганиева, где ты в зале? Татьяна Трепева, между прочим. Вадим Зайдин, между прочим. До новых встреч. Спасибо!